Зиновна, как долго вы используете гидроплазму Инюшина и что вы получили в результате того, что вы принимаете его? Гидроплазму Инюшина я стала принимать с 2018 года. Это было начало года, я начала пить ее, как мне порекомендовали. В общем, что она дает энергию, что она помогает справиться с проблемами в организме. То есть она приводит в порядок наши клетки, насыщает клетку нужной информацией, дальше нужной энергией и очищает ее. Как бы, и мне это понравилось, что она работает на уровне клетки. И я стала принимать, я принимаю ее каждый день, вот с того времени я не перестаю принимать ее. И несколько раз это как бы я справлялась при помощи гидроплазмы тем, что у меня был герпес. Вот вскочил герпес, и все, как бы мне надо было на работу идти, и тут как бы такая неприятность. Я взяла чистую гидроплазму и просто помазала это место. Помазала, потом через часок где-то я периодически ее смазывала. То есть к вечеру у меня ничего не осталось, и я была крайне удивлена. Надо же, а так бы ходила точно, как минимум неделю. Это было бы там и пятно, и как бы болячка была бы. А здесь я до вечера, у меня полностью исчезла. Я еще поделилась с дочерью, говорю, слушай, классная вещь, гидроплазма, которую можно использовать, но я думаю, что при многих случаях. Потом у меня было так, что я стала гидроплазму еще капать в глаза. У меня было, я не знаю, там какое-то было желтое пятнышко, то ли это жировик, то ли это что. В общем, не знаю, я не ходила к врачам, не узнавала, просто начала капать. Было легкое пощипывание в глаза, закапаю, и немного она пощипывала. Но потом она прекращалась, и как бы я капала через день где-то, как, в общем-то, не скажу, что прямо очень дисциплинированно, но капала. И через какое-то время я заметила, что у меня этого желтого пятнышка нет на глазу. Думаю, ну надо же. А больше я ничего не делала. То есть лекарства я не пила, тем более к врачам не обращалась. Это чисто вот влияние гидроплазмы. Видно, там что-то оно убрало. И, естественно, глаз у меня стал таким более ясным. Дальше. Ну и, конечно же, гидроплазму применяю я как бы и сама, и дети, и внуки у меня ее пьют. То есть они уже настолько привыкли, и это является неприемлемым, неотъемлемой частью вот как бы нашего ежедневного питья. Это уже, считайте, около 3 лет. То есть как бы я не перестаю удивляться, потому что на самом деле разработка очень уникальная.